Как ее зовут? Дуняша. Дуняша из Пермского края. Меня зовут Дуняша. Ой, малышка. Я всегда готова порадовать вас мороженым. На петербургском форуме эта дама привлекает внимание всех. Она отвешивает комплименты девушкам и флиртует с представителями сильного пола. Для такого интересного мужчины у меня есть отличное мороженое и ароматный кофе. Кажется, робот Дуняша, творение пермской компании «Промобот», стала новым лицом Пермского края. И у этой кокетки есть прототип — миссис Пермь-2014 Диана Габдулина. Она же супруга директора Пермского парка Рашида Габдулина. Собственно говоря, она должна отработать как продавец, вежливый, тактичный и быстрый. А вторая функция – это функция развлечения, которая позволяет получить дополнительные эмоции от общения. Кстати, на форуме представили вторую созданную Дуняшу. Ее первая сестра-близнец работает в кибер-кафе в Пермском парке Горького. Так что у жителей региона есть шанс угоститься мороженым у белокурой красавицы.